Всех приветствую на канале Здоровье Михаила Илюшина. Приглашаю прокатиться вместе со мной по улицам Саратова. Волжский район, Кировский, Ленинский. Начинаем от Славянской площади, можно так назвать, или вот от моста Глебычева оврага. Показываю, как тут все у нас убрали, как будто не было домов. Так, проедем по Соколово, 4-й выселочной, Шахурдина, проспект Строителей, до кольца Вольского тракта. Давно не показывал Сарат. Вот 22 августа прокатился. Вот погодка была пасмурная. Резко похолодало, как бы с 32 до 22, до 18 даже. Ну, как-то так. Вот смотрите, с левой стороны, как я вам показывал, исторические кадры. Ничего уже нет. Кто найдет у меня улицу Соколовой, 3 года показывал, тот удивится, как тут было раньше, и как стало, и как будет потом. Домик остался, баня там тоже осталась. Не знаю, дом вот этот будет убирать, не будут, но пока стоит. И здесь у нас и продолжение двухстороннего движения. Продолжается, вернее. Так как большую ложную ремонтирует там. А так Соколово, этот участок односторонний. Всегда была. Давно, в смысле. Не всегда была, но вот давным-давно она стала односторонняя. И теперь вот от улицы Веселой двухсторонняя она. Не забываем, сейчас после улицы Веселой с правой стороны будет камера 40 км в час. Вот проехали ее. Так что будьте внимательны. Далее тоже будет камера. Где 40, там имейте в виду, сразу будет камера. Не гоните. Хотя тут вот на Соколовой вниз прямо машина сама катится. Как всегда говорю, в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте, Дзен, Яндекс, выкладываю данный сюжет. Смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю. Все как обычно, где кому как удобно. Правда, вот вижу, что комментарий какой-то есть. Значок стоит, что комментарий. Ну, не суть в каком сюжете. Найти не могу этот комментарий. Открываю, не прочитываю. Там на проверке. Где находится, не поймала. Написано, вот цифра стоит, что комментарий. Так что, если я где-то что-то не отвечаю, то уж это не моих силов. Вот камера тоже была сверху, если заметили. Еще чуть-чуть, еще немного, и будет осень, как обычно, и деревья уже местами зажелтеют. Каштаны в этом году у нас коричневые стали от какой-то моли, которые все каштаны наши тут в Саратове подкушала. Вязы-то поля их не берет. И будет потом другие краски. Какой следующий сюжет, не могу сказать. Еще суббота не наступила, еще никуда не съездил. Просто вот решил вам показать Саратов. Давно не показывал, потому что трассы, куда-то езжу, а Саратов мало. Потому что по выходным выезжаю. И вот в очередной раз решил показать это. Славянская площадь от моста и до выезда. То есть транзитная дорога, которая идет у нас в сторону Вольского тракта, Сызрань. Здесь у нас водичка периодически всегда откуда-то бежит. Соколовая, она всегда практически в воде. Дождик, не дождик, откуда-то что-то бежит. А где-то воды не хватает.
пересекаем улицу Симбирская, она односторонняя, только налево можно. Улица Вольская, и по Вольской, как я понял на карте, это уже будет после улицы Вольской Кировский район. Кому это интересно? Да, до проспекта Строителя доедем, будет кольцо НИИ, там если уехать на Шхурдина, то можно выезжать уже на Петровской, Пензу. А прямо по проспекту Строителя мы поедем, вернее чуть направо, то получится выезд на Вольский тракт в сторону Вольска, Сызрани, Хвалынска. Все показывали неоднократно все эти направления, и от предмостовой площади до Заводского района, через Мичурина, Чернышевского, Орджоникидзе. Все эти выезды показывал. Ну вот, просто прокатимся. Вот заснул товарищ, подъехал ему. Или в телефончике сидел, или еще что-то делал. Я замечал одну такую особенность. Когда торопишься, эти светофоры такие долгие, стоишь на них, прям секунды медленно идут. Как только подъезжаешь, не торопишься, встанешь там, хочешь действительно посмотреть что-нибудь в телефоне, в смартфоне, прочитать, он быстро заканчивается. Или даже водички попить, и то не успеваешь. Как-то так. А сейчас вот здесь встретились два одиночества, их так называю. Кто-то дистанцию не соблюдал. Небольшие заторы. У нас вот в Саратове по две полосы дороги, которые станут аварии или сломаются, и сразу начинаются небольшие заторы. Останавливаться на наших дорогах нельзя. Можно, конечно, парковаться вот так, но вот на дороге и сразу начинается сборище. Вот, только вот они встретились. Вот ему прям заднюю крышку багажника въехал. Направо у нас танкистов. Налево тоже, и потом там Астраханская, в левую сторону, кого это надо. Проехали мы рынок Синой. Опять Соколова, вернее, опять Соколова сидит, и смотрите, вода бежит уже навстречу. Сухо, дождей нету, а вот машина будет грязная. Здесь мы прямо едем, налево нельзя. Улица Университетская. Раньше можно было поворачивать, и постоянно были аварии. Вот выезд. Я просил давным-давно показать, где выезды. Вот с левой стороны это выезд с рынка Привоз. На Университетской и на Большой Горной с той стороны. Тоже там есть въезды, выезды. Сейчас покажу, в каком состоянии улица Шхурдина от НИИ Юго-Восток. Потому что меняет полотно асфальтное. И медленно там
медленная скорость продвижения. Улица Крайняя. Светофор был перекресток. Да, проехали стадион Темп. И с правой стороны нашего Воскресенское кладбище. Старое. В черте города. Когда-то это считалось на выселках. Вот так вот Саратов разросся. Все названия улиц беру с карты Яндекс. Если где-то что-то не так, можете поправлять. Хотя старался. Здесь, после поворота, не забывайте, всегда предупреждаю, будет камера. Сейчас будет знак на 40. Сбрасывайте скорость, не гоните. Камера после поворота будет с правой стороны, там через 3 столба. Вот 40. И камера чуть дальше. Раз, два, три. Четыре. Вот он уже, пятый столб. И хвост и в гриву. И вот мы пересекаем сейчас. Увидите вот знак. Во, впереди знак. Это Ленинский район. Кировский закончился. С правой стороны тут городок. Вот так вот перестраиваются люди. Я рассказывал, когда ездил в Пензу, что в Пензе поворотники не включают. Нет, у нас тоже. Все зависит от человека. Вот догадайся, что вот... повернет. Просто иногда интуитивно смотришь за движением автомобиля и понимаешь, что он сейчас может повернуть без предупреждения. Люди так многие ездят, думают, что они одни на дороге, а потом стоят и ждут комиссаров или ДПС. А надо вот чуть-чуть выполнять правила. Ну не чуть-чуть, надо выполнять правила и все. И тут вот начинается после светофора не юго-восток. Не разгоняйтесь, здесь как раз вот и знаки, что идут с работы. И такой вот срез маленько крутенький. Скорость делает, потому что слева и справа, я уже смотрю, практически везде поставили бордюры. А значит, после когда все бордюры поставят, значит потом начнут укладывать асфальт. Сюжет около 22 минуты там получился или сколько-то. Я вам показываю, это урезал я где на светофор, где пробки, где ускорял, сейчас будет ускоренный просмотр под мостом Третьей дачной до кольца НИИ, потому что очень медленно ехали. Но в общей сложности вот так вот с этими заторами, с этими ситуациями полчаса от моста до выезда. Ну и не до самого выезда, а до кольца Вольского тракта. Там еще по Вольскому тракту до СКАДа еще ехать.
Да, и как раз доехал до кольца Вольского тракта, и меня там ДПС проверяли документы. Сказали, что такую машину белую недавно угнали. Работа есть работа, ничего такого. Вот, даже видно, как медленно стали передвигаться. Вторая здесь пока не есть, да, плюс еще вот такие бобкеты тоже очень тормозят. Здесь участок не стали ремонтировать пока. Вторая здесь не ездит. Я, правда, не знаю, хотел повернуть на романтику, как обычно, чтобы выехать. Но вот ездил неделю назад, полторы. Там на романтику тоже было перекрыто. Ремонт. И вот как-то так у них получается, они стараются ремонтировать уже вот конец лета и больше объектов, и дороги перекрываются. Чтобы доехать до туда, иногда надо круг сделать. Здесь вот еще не доложили. По ночам делают. Осталось чуть-чуть. И будет опять новый, как и на проспект Строителей. Здесь это периодически это делают. И вот сейчас, если по кольцу налево уйти, Шухудина, прямо же дорога, это на Пензу, выезд на Петровск. А мы поедем прямо по проспекту Строителей. Получилось, вам показал всю улицу Соколовая и всю проспект Строителей. Дорогу. В очередной раз. Когда начинал, года три назад показывал отдельно проспект Строителей, Шкурдина. И здесь начинается светофор на проспекте Строителей. Раньше был вот один, второй был на техучилище, третий на Антонова, четвертый на Чемодурова, и пятая автобаза была. Сейчас считайте, первый 75-й школа, второй. Здесь студеная. Сейчас будет проспект. Вернее, первый проезд Строительного. Мне повезло, я проехал быстро их. Потом где кинотеатр Саратов. Дальше техучилище Антонова. Где пенсионный фонд. Дальше Мадурова. И пятая автобаза. 10 светофоров на проспекте Строителей я насчитал. Вот еще светофор. Ну повезло, я проезжал практически все светофоры, проскользнул. С правой стороны кинотеатр Саратов. Когда-то был, сейчас я не знаю, что там. Еще один техучилище остановка, техучилище с левой стороны здания. Сейчас по-другому называется. Остановка так и осталась техучилище. Да, на Рено, вот я за ним ехал, он и налево, он и направо. Все выбирал, чтобы быстрее. Когда тут движение, оно едешь, можно проехать спокойно. Вот еще светофор. Сейчас пешеходный переход. Еще светофор.
Здесь ограничение скорости 60, имейте это в виду, камера. Подъезжаем к улице, светофору улицы Чемодор направо. Вот такой был день, обмену возврату не подлежит. На этом заканчиваю. Благодарю всех за просмотр. Сейчас будет трасс кольцо Поволжского тракта. Берегите себя. До новых встреч на новых сюжетах. Всем пока-пока. Will you listen now?